Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и у нас Shadow Fight 2. Всем привет, дорогие друзья, ну что же, мы продолжаем играть. Как вы помните, в предыдущем видео мы получили все-таки нончаки, и мы сегодня вам их покажем. Да, ребята, немножко ими надо поднаучиться играть, мы толком ими и не играли, но я думаю, что стоит попробовать, потому что они крутые, конечно. Да, еще их можно улучшить за 370, но... надо ждать 2 минуты, хотя можем улучшить. Да, конечно, давай улучшим, почему или, может быть, немножко привыкнем к ним? Ну, вопрос, будем ли мы дальше им сражаться. Да, вот, нет. Вопрос, будем дальше сражаться, может быть, сейчас мы пару боев проведем. У них еще есть какая-то вот пассивка, вот здесь? Косточка какая-то такая. А, косточка, да. И что это такое? Что это такое есть? Или огненное. О, перегрев есть. Да, перегрев. Каждый нанесенный удар может увеличить урон от следующего удара, нанесенного в течение 5 секунд, на 200. Ну вот так вот, это круто. Это да, реально... я думаю, что лучше, чем будут, чем мачете. Конечно, и ножи. Это будет лучше и мощнее, недаром он неожиданно появляется, этот противник. Ну и... да, это как бонусная тачка в CSR 2. Да. После босса. Ну что ж, давай тогда улучшим за 370, 2 минутки. Да, 2 улучшим. Минутки как раз посражаемся. И... а здесь мы все, кстати говоря, уже... проапгрейдили практически, да? Или может проапгрейдим? Тоже, да, тоже включай апгрейд. Да, доспехи проапгрейдим. И шапку тоже нашу. Какая у нас здесь? Вот. Остроконечный шлем, вообще огонь. А здесь у них, кстати, свойств нету. Прикольно, кстати, что есть свойства. Но дальше на нас откроется вообще магия. И тут у нас еще есть, кстати говоря, достижение какое-то. Да, крепкий можно орешек. Что-то получить. На уровне сложном мы выиграли бой. Где он только был, непонятно. Но это с нунчаками, скорее всего. А, с нунчаками, точно, с нунчаками, ребятки. Так, турнир у нас легко. Ну что, отправимся в турнир? Да, сразу? Конечно, на изи сейчас в турнире. И надо, кстати говоря, рысь. Ребята, тоже. И ну, давай сегодня... в турнире разомьемся. Сначала турнир, а потом рысь. Да, поехали в бой, погнали. На, кстати говоря, наша коленная тактика. Посмотрим сейчас, как это работает с нунчаками. Да, с нунчаками непонятно, как работает, ребята. Коленная тактика, вниз опускаем. И... ой, не сработало. Не сработало. Уже начало и не очень хорошее. Да. Для нас, по крайней мере... Так, мы размахиваем в разные стороны этими нончаками, и что-то мне не нравится это. Да, они медленные, ребята, вот в чем их проблема, они не делают... Ну, пока что нас просто разносит, мне это не нравится, нужно что-то делать. В блоке, ух! Да, ребятки, конечно, нончаки так себе, но надо учиться ими играть. Ну, они фишка у них очень прикольная вот эта. Ну да, прикольная фишка. Слушай, ну проиграть на легком, это, конечно, будет обидно очень. Ну, ничего страшного, сейчас мы что-нибудь исправим как-нибудь ситуацию. Так, и... ну вот нормально, ножка ее прям. Отлично. Эх, ты смотри, она прям замесивает нас. Да, реально так и происходит. Ну, хоть что-то сможем ей сделать-то. Пол жизни снесли и добить осталось. Хорош, чуть-чуть. Хорош, сейчас сделаем чуть-чуть. Эх, да, отлично, комбо 3. Вот когда 3 раза... все-таки добили. Когда 3 раза начинаем драться, конечно... опа, вот так вот. Ух, ничего себе. Ногой, комбо. Так. И все, я думаю, сейчас добьем, да, уже? Ну, если бы, да, если бы сейчас попали хоть разочек. Давай. Чуть-чуть. Ох, есть. В прыжке. Да, в прыжке подловили. Воздух. Не, ну, нунчаки, конечно, мощные, ребята, мощные прям. Особенно, когда комбо-удары, да, они комбо действительно... 3, конечно, выносят их противников прям на раз-два. Они разгоняются. Так, предмет улучшен у нас. Чужеземный доспех улучшен. О, остроконечный шлем улучшен. И как раз нунчаки улучшен, ребята. Так что мы стали мощнее. И теперь можем сразиться с рысью. Хотя я бы еще на самом деле размялся бы немножко в турнире. Давай еще раз в турнире займемся, почему бы и нет. Что-то как-то с нунчаками. У нас здесь надо... все легко, все должно быть изверг, просто. Изверг, ребята. Изверг против нас. Что у него? Ох, у него мачете, да? Это ж мачете такие. Да, здоровые. И он очень, они очень медленные, насколько я помню. Опа, да, видишь, как-то медлительно. У него удар прошел. А мы вот с этими нончаками гораздо быстрее превосходим его в скорости. Ух ты, а вот здесь промахнулись. Он вовремя, конечно, атаковал. Подсечка снизу. Ну. Ах, промахнулись. В никуда. Ох, вот это было хорошо. Да, отлично, ребята. Ну что ж, немножко есть привычка к нунчакам. Надо к ним так с осторожностью относиться, потому что он начинает ими размахивать во все стороны. В блок попали. Коленка. В блок попали, но да, видишь, коленка не сработала. Хорош просто. Подкат, неплохо. И. Ох! Комбо 3. По животу попали. Ой, супер. Крит.
И наша вот эта штука, она загорелась, и нужно атаковать срочно, бить, пока она работала. А, это нунчак каким-то, да? Когда... Да. Повышение урона вот это. Повышение урона, ну тут да. Тут 200, ребята, на 200%. Это ничего себе так повышение. Прям супер мощное. Так, ну что, достаточно изи, давай в рысь отправимся. Да, давай отправимся в рысь. Кто у нас здесь будет? 1100 голды нам принесет бой. Круто! Я без труда одолел рысь при нашей первой встрече, однако, стянув маску с лица поврежденного противника, я увидел, что это было лишь чучело. Вот так вот. Зачем я почувствовал... затем я почувствовал когти рыси у своей шеи и с тех пор служу ему верой и правдой. Так это он, оказывается. Вот так, но следующий противник, и мы выходим на него, это призрак. Да, призрак, ребята, призрак, блин, он с саблей, вот это не есть хорошо. Да, длинная сабля. Длинная сабля. Но медлительная. Ну, как тебе сказать, ну медлительная, да, но зато длинная. Ну, когда мы ей сражались, у нас что-то вообще ничего не получалось. Так, вот так, пинка ему сразу же, и коленки нужно ему, конечно, ушатать. Коленки сейчас ушатаем. Оу, видишь? Как мимо, после... мимо, но... Есть в воздухе, подхватили его немножко. Мы хорошо, давно... давай, еще. 200. И, слушай, вот, ты вот видел? Он. С одного... Да, с одного удара практически половина жизни снесли. Вообще, ребята, да, 200 дамага. Нунчаки, конечно, рулят. Но не за счет своего бафа вот этого, который накладывают. Да, баф, конечно, крут. Ух, ты ж, смотри, как дамаг он нам наносит. Невозможно вообще даже ногой ударить его. Никак, неимоверно просто... Зажал в угол, критический удар ногой в живот. Теперь еще и хэд-хит попали случайно ему прям по голове. И вот он 200 урона. Давай, нужно опять, смотри, опять как хорошо, как удачно. Есть, ребята, есть. Супер, на изи, да, ребят, нунчаги рулят, реально. Хорошо. На данный момент они тащат. На данный момент, да, надо их прокачивать. Мое поражение сделает рысь лишь сильнее. С каждым боем он узнает все больше о твоей технике и приемах. И о том, как победить тебя. Ну, возможно, кстати говоря. Давай еще проапгрейдим. Мы же можем еще проапгрейдить? Конечно, смотри. Апгрейдим? Ну да, почему бы и нет. Давай проапгрейдим. Да, улучшим наши все доспехи. Улучшение 2. Здесь, кажется, 4 улучшения можно сделать, если я не ошибаюсь. На каждом уровне. Прекрасно, отлично. У нас уже скоро 6-й вообще даже. И скоро откроется у нас еще метательное оружие и магия. Ну, это нужно отшельника победить, да? А где у нас отшельник еще? Вот это тайный путь. Это еще не скоро, ребятки. Невозможно у нас на рысе. Поэтому в турнир отправляемся. Да, отправляемся в турнир. Здесь легко, но мы, скоро говоря, его пройдем. Да, скоро турнир закончится, но осталось совсем немного. Да, совсем чуть-чуть у нас бархат опять против нас. Уже была она. Ну, против бархата-то мы сразимся. Саи, ребята, у них. Бам-бам! Ух ты, слушай, вот это ей прилетело сразу же от нас. Давай, нужно попасть было. Нет, не успели попадание сделать. Тяжело, конечно, так сразу супер комбо сделать. Ох ты, хорош! Прям под конец, да, под самый мощный удар. Да, и... Перфект, ребята. И это круто. Так, ну что же, еще раз бархата, я думаю, также на изи. По коленочкам в воздухе подловили. И нужно попадание. Попадание. Еще нужно попадание. Нет попадания, есть захват. Отлично, и бросок. Захват неплохо. Ой, Саи подловило, прям в спину, да? В поясницу, а. Так, нужно срочненько. Хорошо, хард. И подловили. Ох, все, отлично. Да, ребята, вот этот баф, это, конечно, мега крутая вещь. Да, мне кажется, он какой-то читерский. Прям читерский, да. Читерское оружие. Но мы каким образом, ребята, мы победили в прошлый раз нашего противника с этими нунчаками, это вообще непонятно. Чудом. Чудом, ребята. Посмотрите обязательно это видео, потому что, ну, это было очень круто. Ну что же, еще один бой. Нормально уже, ты смотри. Да, у нас железный. Мы с нашими нунчаками уже непобедимы. Да уж, конечно. Посмотрим. Сейчас посмотрим. У него всего лишь... Оу! Ой, отлично, отлично, он пока ногу задрал, мы ему раздробили вторую коленку. А это все, ребята, коленная тактика. Так, и удар с коленочки. Крит и добивает, ты смотри, прям мощно добивает. Давай. И разворот. Нет, шок. Голову мы прям выбили оружие. Нунчаки. Это плохо, это очень плохо, потому что без нунчаков, конечно, мы как без рук, а он с кастетами. Но... Критический удар. Да, ну смотри, мой урон практически минимальный наносим, нам очень долго нужно его бить так ногой. Ну, ногой побольше, кстати, урон наносим. Оу! Не, ребят, не справимся. Так. О, тоже можно по коленке. Ну, конечно, можно рукой по коленке.
Он аккуратненько подкрадывается. Ох, подловил. Хорошо, с ноги бы неплохо. Эй, с ноги он нам дал. Так, у него... У нас повышенный дамаг был только что. Ой-ой-ой-ой, нет. Да. Нет, ребята, три комбо. Ну что, без оружия, конечно, здесь тяжело. Раунд 2. Давайте раунд 2, может быть, выйдем. Попробуем, да, вытащить раунд 2. Вот оно, значит, что не на легком сражаться. Да, что не на легком, то сложно. Так, опа. Блок поставили вовремя. Хорошо. Отлично. И еще, и еще. Оу. Четыре комбо вот и добили. Вот это да, ребята. Вот это нунчаки. Главное войти в раш вот этого боя именно в комбо. Да, если попадаешь в серию попаданий, и просто они разрывают противника. Ой-ой-ой, ногами. Вот но это, кстати, нельзя говоря... промахиваться нунчаками, кстати говоря. Потому что иначе... Да, иначе быть... противник начинает агрессивную борьбу против тебя просто. И тебе уже не справиться. Потому что они все-таки медлительные немножко. Эх, не дотянулся, ты не видел? Чуть-чуть не дотянулся, но то, зато здесь то, что надо, сделал. Вот этот вот тоже, кстати говоря, удар, когда он отталкивает, да, очень хороший. Вот этот, да, когда вверх, так, бам по подбородку прям. Круто, ребята. Ну что ж, первый бой очень плохой был, а второй прям на изи прошли. И третий и тоже. Третий, да. Ну что ж, еще улучшения у нас, и денег, в принципе, много. Но отлично. И у нас уже все сложно, кстати говоря. Да, все сложно. То есть нужно дальше прокачиваться. А смотри, а мы сейчас у нас улучшилось и должно быть нормально, видишь? Уже нормально. Уже нормально. Вот здесь невозможно, здесь выживание. Ну что, ничего, прокачаемся, ребятки. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.